We live in a strange time. Extraordinary events keep happening that undermine the stability of our world. Suicide bombs, waves of refugees, Donald Trump, Vladimir Putin, even Brexit. Гипернормализация Адама Кёртиса 2016 года, прекрасный слоган «Они знают, что мы знаем, что они лгут», предвещает эпичный урок современной истории с 1975 года, по результатам которой мир перешел к политике постправды, и в нем нарисовалась знакомая антиутопическая картина. Но не будущего, а настоящего. Силы, управляющие миром, стали практически неуловимыми и невидимыми. Настоящая реальность затуманилась, а люди отстранились от нее и стали жить в многочисленных простых и понятных искусственных пузырях с фейковыми ценностями, с фейковыми проблемами и даже фейковыми фейками, образовавшихся в сложных матричных системах, которые больше никто лично или общественно с полным контролем по-настоящему не способен преобразовывать, но которые постоянно используются хакерами для подрывов изнасилованной реальности и манипуляций с ней. Документальные британские фильмы имеют узконаправленный взор, что идет ему и в плюс, и в минус. Основные процессы сконцентрированы на Ближнем Востоке, взаимодействующем исключительно с Западом, попутно соприкасаясь больше скорее для красного словца, разве что с Россией, в свою очередь управляемой нынче злым гением Владиславом Сурковым. Но гипернормализация, естественно, намерена преуспеть не в создании глубокой модели мира, тем более такой, исходя из всего, теперь под силу только суперкомпьютерам, а в истории о том, что послужило для его образования. Среди прочего, здесь весьма метко рассказывается о том, что киберпространство произошло от ЛСД-трипов, в новой версии которых, похоже, теперь постоянно находится большая часть человечества. В одной же из главных трагикомических ролей здесь, например, фигурирует Муаммар Каддафи. Состав эпизодических персонажей не менее звездный. Здесь можно обнаружить Джейн Фонду, Владимира Путина, Патти Смит, Хамас, НЛО, сразу двух Асадов, Перри Барлоу, Тони Блэра, Аллаха, Дональда Трампа, Киссинджера, Ульриха Бека, Рейгана, Аладдин, братьев Стругацких, девочек, записывающих видеоблог и многих других. My name is Sweetie. The men ask me to take off my clothes. They undress. They play with themselves. But what they don't know, I'm not real. I'm a computer model made piece by piece to track down these men who do this.